Нет, у меня. Ммм, она не лимоном пахнет, а... О, мамочки! Всем привет! Вы на канале Мисс Элис, и сегодня мы будем делать бомбочки! У нас сегодня новый эксперимент. Давно не выходили. Давно не выходили, да, и не говори. Бурлящие бомбочки мы сегодня будем пробовать сделать. Не знаю, что у нас получится. Если вы болеете за нас и за то, чтобы у нас этот эксперимент удался, то обязательно ставим лайки. Да, и подписываемся на наш канал, если вам нравятся наши видео. Но мы для вас очень стараемся. Да. Ну что, давай начинать. Открываем коробочку, смотрим, что у нас внутри. Да. Мы вообще с Алиской любим эксперименты, хоть они у нас редко получаются удачными. Но зато интересно, главное делать. Да, но очень интересно. И коробочки каждый раз открывать интересно. Очень. Что же там внутри спрятано? Вы когда-нибудь делали бомбочки для ванны своими руками? Мы делали уже шампунь, блеск для губ мы делали. Мы делали пену для ванны еще. Да, пену для ванны. Да делали. Что ж такое? Она мы ее проверяли, кстати, на канале. Она хорошая у нас получилась. Ну, купаться мы в ней не рискнули, насколько я помню. Да. Так, ух, доставай. Ты. Друзья, здесь какая-то вот такая непонятная штука, я не знаю, что это такое. Пакетик есть с чем-то беленьким. Смотрите, тут красители еще. Смотрите, тут формочки. Ковшик какой-то. И все, коробка пуста. Выкидываем. Убираем коробку. И мне вот она инструкция. Интересно, что это? Какое-то мягенькое. А вот это как вам? Такой ковшик интересный с ушками и горошками. И мне очень нравятся формочки. А вот так, наверное, покажем. Смотрите, какие персонажи здесь. Ну, это они же. Они же. Просто тут выпуклая сторона. И лучше видно, что там за зверюшки. Это зверюшки, да? Слоник, кто там, кит? Да. Это же лев. Лев и бегемотик, да? Да. Да, и бегемотик. Ну что, давай смотреть инструкцию. Я буду все открывать, что надо. Договорились. Приготовьте содержимое набора и внимательно изучите инструкцию. Ну, что мы делаем? Перед началом работы оденьте перчатки. А тут есть перчатки? Я так понимаю, что нету. Давай посмотри. Есть. Нету, есть. Нету, есть. Нету. Можно будет? Ничего не чувствую. Да ладно. Не чувствуешь? У тебя просто нос заложен. Так. Ну что, в перчатках будет мама, так как это самые опасные. Наконец-то перчатки в пору, слушай. А то обычно какие-то они неимоверно огромные. Так, мама двое перчаток одевает или давай один я, один ты? Давай, я буду тебе помогать. Договорились. Поместите в емкость для перемешивания, это вот это, сухой компонент номер 2. Это что? В 6-мерных ложках. Так, это у нас здесь. Вообще мне пока в перчатке неудобно, я одену, когда мы сейчас смешивать начнем. Так, мерная ложка. А мне довольно так неудобно. Мои палочки. Так, держи палочки. А здесь у нас какие-то жижечки. Беленькая. Ароматизатор абрикос. Ароматизатор лимон. Краситель желтый. Краситель красный. И краситель синий. Вот так вот. И вот они у нас мешочки. Компонент номер 2. Я его уже вижу. Так. Можно я его открою? Подожди секунду. Вот здесь? Один перчатку. Это может быть какой-то химикат. Даже подожди. Не может быть, а точно какой-то химикат. Сейчас я одену. Я одел. Давай. Так, подожди, его нужно отрезать. Мне хотелось
хочу сначала кита. Давай кита делаем синим, да? Сейчас. Ты будешь размешивать, доченька, потому что я переживаю, все-таки это неизвестно что. Так, 4 мерных ложечки. Раз. Знаете, вот эти мерные ложечки вот такие вот были в детском питании в порошочках. Я Алисоньке маленькой разводила. И Соне. Вот точно такие же мерные ложки. Я не знаю, Алис, ты помнишь, нет, у Сони такие были? Были, я поиграла очень. Да. Так, 4 мерных ложки. Есть. А дальше краситель. 20 капель. Синий краситель я вот тебе поставила. 20 капель. И я так думаю, что нам потом нужно будет... А, нет, ароматизатор еще. Можно выберу? Какие есть? Абрикос и лимон. Так, синий краситель. Я хочу, чтобы наш кит пахнул лимончиком. Лимончиком. Открывай. Лимон. Или давай я тебя открою, будешь тоже все добавлять. Он просто может быть... Палки упали. Тяжеловато открывать. Ладно, вот это я буду тогда писать палкой. Писать? Или мешать все-таки? Мешать. Так, давай, вот сюда отсчитывай 12 капель. Нет, 16 капель. Переворачивай и дави. Получится? Она не лимоном пахнет, а... О, мамочки! Я не знаю, почувствую, что... Ой, я крышку от красителя одела. Теперь лимон у нас синий. Раз, два, три, четыре, пять. О, опять. Я не знаю, сколько здесь уже капель, потому что он просто не капает, а течет, я бы сказала. О, ну ладно, достаточно. Давай перемешивай. Все комочки нужно разбивать. Пытаюсь. Давай. Я в тебя верю. Боже, ну запахи. У Алисы заложен нос, ей повезло, она этого не чувствует. Я просто в тихом шоке. Ну что, красителя там достаточно или не очень? Не знаю, я комочки давлю. Комочки давлю. Он вообще получился у нас даже не голубой, да, а какой-то такой нежно-нежно-бирюзовый. Вот такой, друзья, цвет. Такой на сахар похожий, если честно, причем какой-то мокрый. Можно я тоже потом ложечку одну наберу? Можно, ты тоже потом ложечку одну наберешь. Я просто переживаю, потому что я не знаю, что это за ингредиенты. Я печаль. Держи. Набирай. Аккуратненько. Нет, мало. Так. Да? Давай. Бульбенью туда. А теперь нужно быстро и тщательно мешать. Ой. Давай. Только аккуратно, чтобы у тебя не высыпалось оно. Давай засыпать. Я хочу. Можно. Я. Давай. Аккуратно. Так, вот смотри, что получается. Получается нехорошо. Высыпаем обратно. Это нужно делать крайне аккуратно. Я так думаю, что да, даже, наверное, нервнее. Давай, я хочу попробовать. Давай. Так, ты как? Я только полдобрее. Аккуратненько. Я потом буду утрамбовывать. Вот так тебя держи. Смотрите, как у нас получается. О, остатки прям надо убрать. В общем, у нас... Какая-то штучка. У нас вот там вот, где этот китик, уже вот так. Там уже бомбочка. Ну что, из голубенького еще что-нибудь сделаем? Мне кажется, нам только на слоника хватит. В принципе, слоник, он и голубенький. Давай его тоже сразу. А потом сделаем... А потом будем делать... Остальных. Да.
Там реально почти нет. Вот смотри, что здесь. Ребята, здесь уже пена прям конкретная. Ты думаешь? Алиска, я не знаю, что у нас будет с вот этими двумя персонажами. Ну, по-моему, вот этот товарищ Лев лезет еще сильнее, чем бегемот. Он уже просто за считанные секунды вздулся, как я не знаю кто. Он уже просто медведь. Беда, беда. Еще и ложка. Посмотри, Алиса, посмотри. Он просто вылазит из формочки, ребята. Что это? У нас сдувшийся лев. Он уже залазит на этого товарища, как его там? Дельфина, кита. Мяула! Ну ладно, что, Алис, уже томить? Давай завтра посмотрим, что у нас по итогу получится. И с теми, кто вылезли, и с теми, кто внутри. Будет очень интересно понаблюдать, что же будет все-таки с этим делом завтра. У нас прошло полчаса. Алиса жует конфету. И мы должны вот эти штуки достать из формочек. И потом, естественно, это будешь делать ты. И потом мы их оставляем на 24 часа в сухом месте. Так, ну давай пробовать. Их достать нужно, вот получается, отсюда вынимая, вот так вот чуть-чуть надавливай и доставай. Получается что-нибудь? Давай. Ой. Так. Ничего не получается у нас. У нас ничего не получается. У нас отвалился кусок этого льва. Красавца. Как его? Льва. Да, льва. И весь бегемот. И у бегемота отвалилась рука. Не, ну почему не получается? Да. Он, конечно, дырявый такой. Да, потрогай к этим. Потрогай. Нет, он не прикольный. Он не прикольный. Так, ну ладно, бегемота мы точно оставляем вот здесь вот. Это вообще нам не надо. Так. Даже этот не засыхает. Ой-ой-ой-ой-ой, да, он рассыпается прям, вообще рассыпается. Так. Ой, ой, смотрите, что он, песочек. Песочек? Вот эту вот всю штуку-дрюку мы оставляем до завтра. И вот эту мы оставляем до завтра. Ну, вдруг она застынет и вылезет. Как ты думаешь? Не знаю. Ну, что получится, да? И все вот это, вот все, даже разрушившегося льва, мы закинем завтра водичку и посмотрим, что будет. Договорились? Да. Друзья, вот сейчас мы уже осталось завтра сидеть, и сейчас мы будем проверять наши бомбочки. Да, у нас уже прошло 24 часа. Здесь работает машинка, так что если вдруг шум, не обращайте внимания. Вот, мы будем пробовать наши вот эти вот непонятные бомбочки. А мы еще забыли вот это вытащить. Вытащим, сейчас вытащим. Надо сначала, наверное, нашего этого попробовать кинуть. Да. Как его... С рукой, может, сразу? Ну, давай с рукой прям. Они стали очень твердые, даже вот эти кусочки стали твердые. Ну, будем смотреть. Смотрите, что происходит. Вот это да. И водичка окрасилась в розовый цвет. Мы решили на ванной экспериментировать. Ух ты, а я не крашусь. Нет, ну ты-то что покрасишься? Только водичка. Мы в ванной решили не экспериментировать, а попробовать в ковшике в небольшом. Я теперь хочу вот эти вот частички. Все растворилось? Да, вроде. Да, все. Прикольно. Я хочу теперь это кинуть. Так, ну давай. Теперь кидаем голубенький. А запах какой стоит. Мне прям нос брызгает. Нос брызгает? Так, желтенький кидай. Ты можешь, в принципе, перевернуть и все туда накидать. Вот эти кусочки. Они все затвердели. Это, я думаю, ты даже не достанешь, вот эти куски.
Он брызгается. Давай кинем сюда кого-нибудь. Кого ты кидаешь там? Русалку. Русалочку решила покупать? Ну, если честно, цвет воды стал очень даже некрасивый. Да. Слушай, а слона там вытащим? Давай выльем вот эту водичку. Выльем ее полностью. О, товарищи, слон таки получился, да? Это я сделала сейчас. Покажи мне слона. Вот такой у нас слоняра. Давай выльем вот эту водичку, да. И посмотрим, какого цвета будет вода от голубенького слоника. Давай. Мне только жалко. Прощай. Пока-пока, слоник. Смотри, как шипит. Ну что, голубенькая будет водичка? Да. А то мы всех цветов намешали, и вода получилась какая-то оранжевая. Рыжая вода. Ой-ой-ой. Все пошли в ход. Всем пока! И подписывайтесь на наш канал Веселюс. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока.